Уважаемые металлурги города Новокузнецка, хотелось бы от лица команды и от тренерского штаба поздравить вас с этим великим праздником. Так случилось, что большую часть своей карьеры как игрока и как тренера у меня идет параллельно с командами, которые представляют металлургический комбинат. Поэтому профессия нам хорошо знакомая, насколько она трудная, насколько почетная. И мне хотелось бы в преддверии этого праздника поздравить и пожелать вам, всем вашим родственникам, близким, здоровья, удачи. И хотелось бы попросить вас поддержать в этом году команду, которая, в общем-то, должна оправдать ваши надежды. И ваша поддержка в этом сезоне просто будет необходима. Еще раз вас всех с праздником. Здоровья вам, счастья, ну и успехов.